А мы продолжаем дописывать прохождение игры. Так, мы, короче, да. Объяснять можно. Блядь. Ты зря не прислушался к предупреждению старика. Постой, откуда ты? Ты идешь к самоубийству. Засунь свои угрозы, знаешь ты куда? Ты действительно думаешь, что дошел бы сюда без посторонней помощи? Я вижу в тебе большой потенциал. Потому я и сохранила тебе жизнь. Потому я и помогаю тебе. Я сказал, заткнись, смотритель! Смотритель? Мало ты понимаешь. Твоя самка у меня. Она в безопасности. Вас обоих ожидает славное будущее. Как мясно. На звук и прикол. Прикольно. Так, оружие. Вот это? Как видишь, землянин, ты прошел долгий путь. Но награда, за которой ты идешь, все еще недостижима для тебя. Покорись мне, и я отведу тебя к ней. Не нужны мне твои подачки. Я сам найду ее. Хорошо. Так, мы здесь находимся, вот. Вот здесь мы находимся. Она там находится. Пусть я не знаю. Мы как-то 5 метров лететь надо. Перелететь. Вот и вы... Узел портала. Блин, я помню. Ребят. О, муки выбора. Есть дверь, которая приведет тебя к твоей самке. А есть двери, которые отправят тебя в пустоту космоса. Очень не хотелось бы, чтобы ты прошел такой долгий путь в пусту. Я понял. Освещенный портал приведет вот тебя к твоей драгоценной самке. Ты должен лишь доказать, что достоин. О, ё-моё. Это будет сложно, ребят. Это реально сложно будет. Окей, попробуем. Мы как раз уже начали свою серию, тогда можно продолжать. Ну, нравится, мне нравится плей, потому что... Это... Так, минуту. Продолжаем. Так. Блин, это реально сложно, ребят. Я серьезно говорю, это просто очень сложно будет. Во-первых, попробуем здесь, да? Блин. Мы перед этим сохранимся на всякий случай. А. Пусть, скорее всего, не драл будет. Да вот здесь сохраняется. Ага. Так. Так, спасибо. Надеюсь, что он... Так, тут он кто? Так, допустим. Так, допустим. По-моему, вот это вот дорога, которая... Это, по-моему, мне кажется, дедушка помогает. Вот мне кажется, это 100%. Так, отлично.
Очень хорошо, земляне. Можешь идти дальше. А что за портал? А, я... Я думаю, кто за портал? Я держу свое слово. Ты стал гораздо ближе к той, кого ты ищешь. Угу. Ой, потом теперь. Там финал такой будет или что-то такое? Тихоня, ну надо тем тихо. Опа, во, ай-яй-яй-яй. Не хватает, конечно. Где ты скажи? Помоги, пожалуйста. Я умоляю тебя. Вот это лучше. Так, идем дальше. Двух сорвут. Так, спасибо. Тихо. Дохните! Чё, вкусил? Чё, вкусил? Ага, отлично. Так, пуски нет, да? Спокойно. ХПшки у меня... Ну, хоть успел убить кого-то, ладно. Ой. Вот эти как-то не было, ладно. Алло, хп. О. Ой-ой-ой-ой. Так. Так. Окей. Здесь тоже. Так, потом как было. Да-да-да-да-да-да-да. Здесь. Я сейчас могу! Тварь, а? Катина. А, походу... Блин, меня выпустят, тебя так подвезет. Я тебе сказал, тебе не поможет это! Сука. А, ну хоть убил, отлично. Вы не обращаете внимания на мой сплет, абсолютно, на лепу вот это. Постер, вот просто. Убираю как могу. Потому что это скучно, просто. Так, 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 так. А, надо вот это убивать. Ты думаешь, что это свистит, да? Ничего подобного. Так. А, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ну ладно, забыл. Тихо, тихо. А, мне для этого есть. Такая храбрость, такая решимость. Ты не перестаешь удивлять меня. Дзян, я тебя слышу. Где ты?
Джен, слава богу. Томми, я не чувствую ног. Помоги мне. А? Я так боюсь. Не бойся, мы выберемся отсюда, клянусь. А что ты? Воп! О боже мой! Беги, Томми! Беги от меня, Томми! Она хочет, чтобы я убила тебя, я не могу! Е-мое! Окей! Что эти чудовища с тобой сделали? Тварь, блядь! А, бляха-муха! Это просто... Это невозможно... Это реально... Это... Блядь! Это нереально, ребят! Джен, борись с этим! Во-во-во-во! Отлично, отлично! Окей. Блять, это такое Блять. Джен, моя прекрасная девочка. Отправь меня к единому, Томми. Я готова. Я не могу. Наверняка тебя можно спасти. Меня не спасти, Томми. Да, отпустить меня. Прошу, Томми, отпусти меня. Отпусти? Кстати, здесь выбор дает, либо ее убить, как бы отпустить, так называется, либо, не знаю. Блин, мне тебя взял убивать, но... Ну, я понимаю, я не знаю, ну, придется вот это возьму. Ладно, Джен. Джен, я люблю тебя. Эмоции, они замутняют твой разум. Сволочь! Иди сюда и сражайся, трус! Такой гнев, такая агрессия. Такой гнев! Такой потенциал. Я научу тебя раскрывать его. Я сделаю тебя бессмертным. Бессмертным! Из-за тебя мне теперь незачем жить! Эниси! Теперь я готов! Это просто, я не знаю. Так, камера тут такое, блядь. Так, ой. Бля, а, вот я. А, Эниси, привет. Тамаси. Дедушка, что происходит? Чужие пытаются проникнуть сюда. Смотритель. Духи наших предков сражаются, чтобы защитить это священное место. Я хочу научиться, Эниси. Я хочу отомстить. Твой путь долг, и легким он не будет. Мы должны спешить. Я убью этих подонков. Всех. Любой ценой. Цена будет велика.
Начнем. 7 испытаний ожидают тебя, Дамаси. По одному на каждый священный клан. Ступай в пещеру духов. Понял. Как же так ты делаешь? Так, вот зачем сделаю? Отбеливатель! Отбеливатель! Земля. Ты? Как ты сюда попала? Я благодарна тебе, Земля. Сначала ты привел меня к Тай, а теперь привел меня сюда. Ты хорошо потрудился. Бляха-муха. Томми, чужие напали на нас. Вернись. Бегу, на бегу. Быстро. Я иду. Эниси! Ты должен уйти отсюда. Я не готов. Броневая яркость сияет в тебе. Мои предки улыбаются тебе. Время принести врагу войну. Покажи ему силу нашего народа. Я должен покинуть тебя. Отправляйся в железный мир и останови вторжение. Окей, я понял. Используй оружие чужих против них. Верни этой земле солнце. Пипец, блин, я... У меня хп-ск много, так не подозревайте. Как ты делаешь? Ах ты! Хотя бы здесь были. Ну ладно, да, смотрим. Что, бежим отсюда? Да конечно! Ой, давай! Апсе! Ладно. Сдохни, тварь! Убирайся к черту! Выкати! Что там написано? Сдохни! Репортация дебильная. Катитесь в ад, сволочи! Да, умри! Это Зачем?
Так, кто там написано, мне это интересно. Кто там? Подожди. Идем в танк жены, приготовиться к высадке. О, понятно. Окей, идем дальше. Кто там у нас? Так. Бык, это ко мне. На пока... О. Ко... Колос, или как там? А, где-то портала, кстати, ничего. Так. Опа-на. Пойдем. Оба назад, то ли? Ой. А, я понял, что делать. Вот, все. Да, их вторжение тут и закончится. Надеюсь, это поможет, дедушка. Табачки. Ой, ё-моё. Так. Спасибо. О, то 200... Кстати, если вы видите, то 200, белый индикат, ой, белое здоровье, тут, скорее всего, 200 хп. Скорее всего, 200 хп. А у... Смотрите! Ублюдок вонючий! Вернись! Так, кто делает? А, я понял, кто делает. Тихо. Так. Привет. Ну-ка. Ладно. Не, подождите. Так, подойдете еще раз. Во-первых, возьму. Во-первых, нажму. Патрончики. Так, отлично. Ну идем. Все, мы готовы. Ой, я готов, извините. Смотрите! Покажись! А ты что это такое? А это что это? Я думаю, это этот. Ха-ха, ну, блин, это ты показалось. Зачем ты здесь? Я пришел отомстить за мой народ. Твой народ? Если вы не мы, ваш биологический вид никогда бы не возник. Вас создали только как сырье. Что ты несешь? Давным-давно ваша планета была просто бесплотной скалой. Мы засеяли ваш мир, как тысячи других, началами органической жизни. Чтобы вернуться и собрать урожай, когда он созреет. Вы принадлежите нам. Я воин народа Чероки. Я никому не принадлежу. Чероки? Я не понимаю этого. Потому что ничего не знает. Твой дух. То, что отличает тебя от остальных. Потому тебе сохранили жизнь. Мы добавим твою силу и знания к нашим. Ты станешь одним из нас.
Ты станешь богом! Я пришел только чтобы убить тебя. Твои возможности впечатляют, но они не сравнятся с силой смотрителей. Ты погибнешь, а мы соберем свою жатву. Все кончено. А, блин, здесь ничего нельзя сделать. Алло! Какого чёрта? Да блин, забыл. Кстати, мне портал бросил, заметил. Ты балом? Думаю, если это по... Тварь, а? Он из коррозии все использует, а? Ой, блин. Какие план Б? А, кстати! Да ладно! Ох ты, ёлки! Я дох, да не дох, не. Не, ребят, извините. Так таймить когда ты должен. Это он дох, а не я. Так нормально все. У меня слава богу дух помогает. Дух! Теперь все кончено. Нет, Томас. Все только начинается. Что теперь? Где я? Куда? Че? Черт! Еще смотрители! Уха! Ну сколько можно? Я в год-год кусю! Да ты упал, Оля? Да ты упал? Отлично, у меня вот это есть. Тварь, а? А что вы вдвоем делаете? Дайте мне хпски, я не буду идти портал. Блядка муха. Блядская муха. Где ты?
Так тебе и надо. Тут приходит очень часто умирать, походу. Так, что делать? Так. А. Я такого не допущу. Да хватит, мама! Я пройду эту игру. Да, началось уже тем более давно, когда вы там захватили это говно. Наши земли, наш мир, наш этот, за этот, тоже. Так. Идем дальше. Да нет, это не естественно, опелу. А то мы заявив, конечно, был, ну ладно. Спасибо за хпшку. Так, хпшку. Дух нафиг мне это надо. Не поможет на черта. Блять! Успел. Не скажу тебе. Тварь, а? Тварь. А вы слабаки. Успел такой. Ну да так. Так. Куда? Тебе надо. Впечатляет. Ты до сих пор жив. Расскажу. А. Алло. Мы с вами хотим идти там? Это будет. А, вот туда. Посылай сколько угодно своих ублюдков! Я пришел за тобой! Я могла бы отдать смотрителям приказ, и ты был бы мертв. Чушь! Твоя жизнь в моих руках.
Так было с тех самых пор, как ты появился здесь. Но вместо этого я дарю тебе их жизни. Как знак моей веры в тебя. Приди ко мне. Приди и займи место, что уготовано тебе. Ну вот, так-то. Материнские объятия, я думаю, материнские, мне показалось. Я доказала Тору. Это неестественно, тут хп-чка была. А, это баг. Тёп. Так. Смотри. Ты видишь то, что было скрыто от человеческих глаз многие тысячи лет. Ты глаза? Я жду тебя внутри. Я понял. Давай, блин. Так. Что? Отлично. Добро пожаловать. Ты человек? Я была им когда-то. Я оказалась здесь много тысячелетий назад. Меня похитили, как и многих других. Как и ты, я не покорилась. Я сражалась со смотрителями сферы и дошла до этого зала. Сфера поняла, что я была необычной, исключительной. А она к тому времени состарилась и устала. Она обещала пощадить мой народ, если я... Если ты примешь командование. Да. Бессмертие или смерть. Выбор был очевиден. Как и твой выбор сейчас. Пойдут на следующей серии, потому что времени уже много. Это последняя серия, будет последняя.